Здравствуйте! Начинаем очередные замеры, последние, за 2 месяца. Обхват груди был 106 сантиметров, сейчас стал 104 сантиметра. А полнота груди как была, так и осталась, только обхват ушел со спины. Обхват талии был 96 сантиметров. Сейчас сколько? 82. Плюс 5 сантиметров. Был 2 месяца назад 96. Сейчас 82. 82. Ниже 5 сантиметров. Был 2 месяца назад 103 сантиметра. Сейчас 89. Обхват бедра 2 месяца назад был 105 сантиметров. Так. Бедро. Девяносто пять. Обхват руки правой 32 сантиметра. 30. Обхват был 30, 29. Обхват ноги был 54. Стал 51. Ноги были одинаковые. Ну и сейчас. Вот 51,5. Вес 2 месяца назад 72,9 килограммов. Сейчас 65,5. Вот так мы изменились за 2 месяца с помощью Оли. Я очень ей благодарна за новое тело. И всех поздравляю с наступающим Новым годом!